Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Дефицит бюджета Кирова будут покрывать за счет продажи собственности. В следующем году доходы города, согласно принятому Гордумой бюджету, будут ниже расходов на 300 миллионов рублей. На трехлетнюю перспективу финансисты запланировали переход к профициту. В 2020-м он должен составить 70 миллионов. Покрывать же дефицит бюджета будут в том числе за счет программы приватизации муниципального имущества, отмечают в горадминистрации. В следующем году, таким образом, казна Кирова, по ожиданиям чиновников, должна пополниться почти на 700 миллионов рублей. Приватизация 2019-го должна принести 72 миллиона, 2020-го – 33. При этом город откажется от привлечения кредитов на покрытие дефицита и планирует снижать свои долги. Программа «Экономика». Налоговая снизила число выездных проверок. Их количество по итогам 9 месяцев сократилось в полтора раза. При этом почти в два раза выросла их эффективность, отмечают в кировском ФНС. Управление за 10 месяцев собрало 37 миллиардов рублей налогов и 23 миллиарда поступило в различные страховые фонды. Там отмечают также, что в Кировской области завершен первый этап реформы контрольно-кассовой техники. Более 4,5 тысяч организаций и предпринимателей зарегистрировали 13,5 тысяч единиц техники, которые в режиме онлайн передают сведения в налоговые органы. Экономика на 101 FM. Далее выпуски информации от наших партнеров. Забота о безопасности своих сотрудников – черта ответственного работодателя. И спокойно заниматься развитием дела может только тот, кто уверен, что каждый знает свою задачу и готов к экстренным ситуациям. Выработать у сотрудников навыки безопасного выполнения своих обязанностей помогает обучение. В Кировском центре охраны труда ежегодно проходит подготовку по различным программам обучения более 5000 человек, говорит директор по развитию образовательных программ центра Дмитрий Хохлов. Сегодня учебный центр охраны труда предоставляет работодателям возможность выбрать любую форму обучения – очное, корпоративное, дистанционное или в формате тренинга. Каждая форма обучения имеет свои преимущества. Например, очное обучение обеспечивает полноту программы и живое общение. Корпоративное – это удобство и полная привязка программы обучения к особенностям организации. Дистанционное обучение проводится без отрыва от работы и позволяет изучать учебный материал в индивидуальном ритме. Обучение в формате тренинга – дает быстрое формирование необходимых навыков и обеспечивается максимальная вовлеченность участников в учебный процесс. Ну а как результат – долгосрочное запоминание информации. Подробности на сайте Кировского регионального центра охраны труда ot-kirov.ru или по телефону 380209. Ваше спокойствие должно быть оправдано. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.